Друзья, всем привет. Сейчас опубликую запись судебного заседания, часть этой записи с позволения Яковлевой, истца, это мать покойного Максима Яковлева, который ранее работал в парке Тайган и погиб в результате травм, нанесенных хищникам. Вот, и всю эту историю вы знаете, я рассказывал, те, кто просто очень длинная, большая история, и вы просто послушайте, что говорит Зубков о покойном Яковлеве, как он о нем отзывается, как он его унижает, и насколько уже не выдержала мать его на суде, которые просто перехлестнули эмоции, как она возмутилась на судебном заседании. И напишите свое мнение в комментариях. Факт виновности отличия доказан. Факт представленный следствием материалами уголовного дела, так и материалами гражданских дел, которые необходимо требовать из архива Белорусского районного суда. В связи с тем, что 16 июля 2024 года Уйдаковский запас официально вступил Союз зоопарка Туркварина в России считает, что данное юридическое лицо подлежит привлечению к рассмотрению лица. В настоящее время отличник не соблюдает требования для обязательства Союза, предусмотренного уставом, что является нарушением деятельности парка в целом и будет основанием для принятия денег на реагирование данного юридического лица. Согласно пункту 2 статьи 29 ГПК подсудной стороны лица, учитывая, что у Елкинского заказа административного подразделения парка Львов Тайган по адресу Сурика Крымбера, то есть Крымбера, Дмитровская улица, Лавандовая, дом 1, в котором наступила гибель моего сына, также с учетом моего проживания в территории Крымбера, что необходимо рассматривать данное дело в Елкинском суде. Рассмотрение Ялтинского городского суда на перевод нарушения их материальных прав, так как участие Ялтинского городского суда является невозможным. Фактически, парк находится на территории Белогорского района. В случае, я прошу признать бездействие ответчика по оформлению надлежащим образом автоформы Н1 согласно предписанию инспекции по труду по 12.05.2021 года незаконно обязать в течение 3 дней с момента вступления в законную силу решение суда исполнить предписание инспекции по труду по 12.05.2021 года и выдать истец надлежащим образом оформленный автоформы Н1. Взыскать с ответчика в пользу истицы компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Вы требования поддерживаете истицы? Да. В полном объеме увеличить? В полном объеме поддерживаю. Представитель ответчика, вы готовы дать свою позицию? Да. Поддерживает исковое заявление? В полном объеме, частично, либо не поддерживает? Значит, не могу его поддерживать или не поддерживать. Я знаю, что все вопросы, связанные с данным случаем, были с 2017 года тщательно исследованы и Следственным комитетом Белогорского района, и Симферопольского Следственным комитетом Республики Крым, также судами различных инстанций. Дело очень большое, громкое. И есть соответствующая правовая оценка всем абсолютно моментам данного происшествия. После чего были суды, и если бы суды что-то присудили, то исполнительная служба работает очень четко, и также службы, все социальные, пенсионные фонды, налоговые и другие, то обязали бы нас делать то или иное действие в исполнении решения суда. Поэтому я возьму сегодня экземпляр этого искового заявления, дам с вашего разрешения юристам, мы подготовим свой мотивированный ответ те юристы, которые занимались этим делом, адвокаты, и следующее заседание принесли вам уже позицию правовую по этому вопросу, по N1, насколько я понял, все сводится к какой-то постановлению, что там N1 вот это. Вот. И
вы уже примите решение, Ваша честь. Хотя... В данном судебном состоянии вы не готовы участвовать в пояснениях. Ну, Ваша честь, во-первых, не знаю досконально сути. Вы владеете информацией, выдавался экземпляр? Нужно все уточнять, Ваша честь. Я должен позвонить в бухгалтерию. Вы выданы вам экземпляр? Нет, если она обращается с иском заявления. Может быть, уже выдал кто-то? Выдается заведомо ненужный экземпляр, по которому трудовая инспекция не может ничего решения никакого. Я тоже помню, что Оксана Олеговна... Неправильно указывается причина смерти. То есть, хотя причина смерти доказана в суде. В связи с чем вам уже отделение фонда не может произвести? Да, да, да. Заведомо ложная справка выдается. Ваша честь, это суд решал, да. Я помню, что Оксана Олеговна говорила, что Н1 она выдавала. Умеренно создается препятствие. Но выдавала, тут разные причины смерти, возможно, у нас есть заключение 14 экспертов, которые четко написали выводы о том, что погиб Максим Яковлев от алкогольной кардиомиопатии. И никаких там львов, никаких там царапин, которые не, а те покусы, которые на нем были, они причинно-следственной связи не являются смертельными. Это многократно экспертами всеми там подтверждено. И это, наверное, если нет, у вас запросите материал уголовного дела. Вот, да, там были царапины, и его отправили тут же в больницу, и наложили швы, ему нужно было лечь стационарно, отказался, если подняли эти все вопросы сегодня. Вот он не лег, пришел, купили 6 литров спирта и стали там пить и бухать. Я был в Китае, в Ливане. Успокойтесь, пожалуйста. Здесь, да. И поэтому он погиб от алкогольной кардиомиопатии. Хватит уже нести, подождите. Поэтому мы и выдаем заключение на основании экспертизы. Не перебивайте, пожалуйста. И другого заключения мы выдать не можем. Судом, если бы была доказана вина, я вас понял, да, то... о том, что вы не готовы дать информацию, выдан акт или не выдан, в каком виде, и также ходатайствуйте о затребовании уголовного дела. Верно вас? Ну, если вам нужно, потому что в преамбуле изложены, вот тут третья сторона, она со своей точки зрения все излагает, а в материалах уголовного дела все четко там сказано. Если бы была вина доказана, то Пирожкова уже сидела в тюрьме, извините, за, по этому уголовному делу, и была бы включена к ответственности. Директор Пирожкова не была, как его зоопарк сказка, привлечены никакой ответственности по данному уголовному делу. Поэтому мы можем предоставить суду те документы, которые в исполнении решения суда мы дали. А суд, возможно, даст правовую оценку, поправит, если мы поправили бы те службы, которые мы подаем. Они бы тоже сказали, что что-то там не так. Вот. Поэтому бухгалтерия даст свое, адвокаты дадут свою позицию. И суд уже будет так принимать уже свое решение. Да, Ваша честь. Ну, как и на предыдущих, да, на всех предыдущих других судебных разбирательств по иным фактам, как установление факта трудовых отношений. Как... Хочется заметить о том, что это не стадия пояснений, а мнение по заявленному. Я понимаю, да. И с исковыми требованиями. Сейчас дать пояснение. Я поняла. С исковыми требованиями согласна в полном объеме. Поддерживаю ходатайство, заявленное Яковлевой Инной Владимировной о необходимости из требований из архива Белогорского суда материалов дела, потому что в нем как раз-таки содержится заключение экспертов, в котором четко... Дело 2-312/2020? Да, четко прописаны как раз-таки причины получения травм, а также... Также необходимо из Следственного управления, Следственного комитета по Республике Крым истребовать уголовное дело, потому что Пирожкова была освобождена от уголовной ответственности только исключительно ввиду истечения сроков давности. А еще Ваша честь. Предоставляет ходатайство представителя ответчика и третьего лица о запросе уголовного дела из Следственного комитета по Белогорскому району по данному факту. И затребует гражданское дело с Белогорского суда на 2-312/2020. И еще, Ваша честь, на первом процессе, как я помню, подготовительном заявлялось ходатайство со стороны ИСА об истребовании с трудовой инспекции материала по несчастному случаю, в котором как раз-таки содержится предписание вынесено и истребование из мирового суда 96-го участка как раз-таки информация по привлечению к административной ответственности ответчика по факту невыполнения предписания. Я также настаиваю на истребовании. Да, конечно.
сделала сюда информацию о привлечении 69-го. 96. О привлечении к административной ответственности из длинных комбинированных страхования. Полностью информацию? Да, да, конечно, конечно. Да, о заявлениях и рассмотрениях в несчастном случае. Так, еще какие-либо ходатайства о запросах материалов, которые нет, не имеют в следующем судебном заседании для полноты рассмотрения гражданского дела имеются ходатайства? Я прошу. Не имеются, да? В случае каких-либо возникновения необходимости в запросе каких-либо документов, как вам суд разъясняет, сторона имеете право до следующего заседания подать ходатайство, и суд до следующего заседания может также запросить необходимые документы, которые необходимо будет следовать для полноты следующих судебных заседаний при возникновении таких пожеланий. Нет, ознакомьтесь с делом. И что также разъясняется, что вы имеете право ознакомиться в полном объеме с материалами дела о заявлении о нежелательных заседаниях. Нет,25 ноября вы возвращаетесь? Ну, ваш же представитель будет участвовать. Просто уже и так затянулось. Яковлева 3 года не может получить выплаты. После 25 не будет выплаты. Мы возражаем, там сроки. У вас имеется представитель? Ну, 25 ноября это крайний срок. Вы судебное состояние 25-го сможете участвовать? Ваша честь, не могу гарантировать, потому что боюсь сорвать судебное заседание. Пока до Стамбула Москва, пока Москва сюда, потому что 25-го сроку. Если раньше, до 7-го никак? Ну, у нас материалы не да. Предлагается привлечь в качестве третьего лица следственный комитет по Белогорскому району. И на 26 ноября на 11 часов. Устраивает ходатайство? Да. Судебное заседание в связи с ходатайством запросит документов от ужина на 26 ноября на 11 часов. Судебное заседание